Бондибон представляет мини-игры серии «Играю, где хочу». Изучаем время, погладь меня, Вимельбух, найди, покажи, сочетай, противоположности. Игра предназначена для детей от 4 лет и старше. Для игры «Изучаем время» был разработан целый маршрут. Проходя его и пользуясь подсказками, вы узнаете устройство часов и их виды. Потренируйтесь на циферблате, начнете ориентироваться во времени, а также найдете много интересных достопримечательностей разных стран. Тактильная книжка-игрушка для малышей «Погладь меня» – это развивающая книга с текстильными вставками. С волшебной книгой малыш разовьет сенсорные способности, а также познакомится с домашними животными и их детенышами. Вимельбух или иллюстрированная книга-головоломка – это детская развивающая книжка-комикс с яркими, детализированными, максимально насыщенными визуальной информацией картинками. Глядя на яркие развороты, можно сочинять столько историй, сколько позволит фантазия. Внутри книги вы найдете другие советы по использованию книги. Противоположности. Эта развивающая книга расскажет малышу об антонимах, которые мы часто используем. Каждый разворот книги содержит пару противоположностей и их визуальное и тактильное изображение. Пустой или полный, гладкий или пушистый. Противоположные значения показаны не только в рисунках, но и с помощью тактильных эффектов, например, выпуклые и вогнутые участки на страницах. Игры развивают логическое и пространственное мышление, воображение, память и мелкую моторику, а также способствуют сенсорному развитию. В комплекте вы найдете все необходимое для выполнения заданий. Серия «Играю, где хочу» – это легкое решение увлечь ребенка в дороге и дома. Бондибон – для ярких идей и веселых затей.